Так, ребята, всем здорово. Короче, выехали продубасить на мотик и вечерочком. Вот. Все по кайфу, бам-бам-бам, кипаса, как сказал бы Саня. Вот. Все хотят на обгон друг друга обогнать. Трасса очень опасная, вот эта вот, московская. Поэтому особо гнать смысла вообще никакого не представляет. Как бы с опытом потихоньку, как бы с опытом вдумываешься и начинаешь ездить более осторожно. Вот. Меньше риска для себя и для окружающих. Все-таки есть свои плюсы, как говорится, в опыте вождения. Есть свои плюсы. Ну, даже, скажем, не то, что в опыте, а в возрасте вождения. Вот. Поэтому я и говорю, ребят, лучше брать сразу нормальный мотик. Ну, хотя бы начать от 600-ки. Потому что независимо, сколько лет тебе не было, ты, допустим, с 400-ки, допустим, тебе 20 лет. Поедешь ты на 400-ке 5 лет, она тебе надоест. Вот. Ну, в основном люди еще быстрее меняют, через годик уже, через два. Ну, допустим, 5 лет ты поедешь, обратите внимание на возраст, тебе 20. 5 лет ты поедешь, тебе 25, ты пересядешь на 600-ку. О, ты будешь радоваться, как она наваливает. Вот, и на ней проедешь еще 5 лет, потому что 600-ка поинтереснее будет, тебе будет уже 30. А в 30 ты возьмешь литр и будешь так же, как глупенький, наваливать, просто радоваться будешь, ну, эмоции будут радоваться, ты будешь радоваться от ускорения, как она наваливает. Вот, и в итоге на литре можно расхерачиться, вот, даже и в 30, и в 35, смотря во сколько ты пересядешь. Поэтому, если вы подойдете, как говорится, грамотно, ну, ты не говоришь, что сразу сесть на литр, вот, а будете... Если вы сядете в 25-30 на литр и будете нормально уже ездить аккуратно, вы к нему привыкнете, и поверьте, вам литр никогда не надоест. Его динамику можно раскрыть только на MotoGP, да, там остров ТТМН. Вот. Так что, ребят, ну, вдумайтесь сами. Километры дорог нам заменит пыль, где мы будем нормально чилить. Мы сейчас едем в Александровский парк. Сочиняй ночь, сочиняй день. Нарисуй, как будет выглядеть твоя тень. Представляй сейчас, как меня хочешь видеть ты. Сочиняй, сочиняй, сочиняй мечты. Нечего ждать, ведь время же не бесконечно. Пора улетать, места, где подумать о вечном. Подальше о том, чтоб силы набраться, вернуться и снова надолго остаться. Километры дорог нам заменит мир. Где мы будем чилить, где мы будем чилить. Пальма, море, песок и релакс на стиль. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Надолго остаться. Километры дорог нам заменит мир. Где мы будем чилить, где мы будем чилить. Пальма, море, песок и релакс на стиль. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Километры дорог нам заменит мир. Где мы будем чилить.
туда, где тает заря, туда, где рассвет накрывает моря, накрывает моря.